Поэтому вот. Куда предлагаете? Ой, шикарное место, золотая балка. Такое место вам покажем, да. Вы будете в шоке. Да. Аннихасео. Аннихасео. Собенек Чебу. Джей. Настя. И мне да. Чанмо. Чанмо и мне да. Ей. 저희는 오늘도 가족끼리 여행을 가고 있는데 오늘은 우츠쿠에바. 우츠쿠에프카. 우츠쿠에프스카 파크를 가고 있습니다. 우츠쿠에프카. 우츠쿠에프카 파크를 가고 있습니다. 아, 일단 우츠쿠에프카 파크. Парк это, ну, недавно, да, появилось? Да, его, нет, Учкуевка давно уже, как поселок, но парк сделали недавно, поэтому, говорят, там очень красиво. Сейчас хотим посмотреть. С чего начинается история села Учкуевка? Вышли из машины. Вот это жарища, вот это жарища. Как впечатление? Пока никаких. Мама запаслась водой, конечно же. Все как надо. Ну что, пойдем гулять? Пойдем на прогулку. Сывенько. Приятно к морю идти. Не по вот такой траве идешь и дорожкам протоптанным. Диким. Да. А, ухоженный, красивый парк. Да. А ваше мнение? Понятно. Сбилось? Давай, фотографирую тебя. Давай. Раз, два, три. 공원을 통해서 예, 바다에 왔습니다. 와. 가다 파라슐라. 딱 집에 또 모래. 비소. 나 비소. 슬리슈컴 много людей. 오쭈. 나. 역시 라나 오트롬. 야, 또. 그때 вспоминаю, как Корея. 해운대, типа. Впечатления ужасные. Идем обратно. Пляж жесть, кафе жесть. Ну не знаю. Сюда в Учкуевку на море нет. Нет, ну можно приехать. То же самое в Алуште. В Алуште тоже было много людей. Ну не сюда так. Сюда надо рано утром, как мы с Джен сказали тоже. Точно так же. Рано утром. Как... 6-7, это шалман. У нас такого в Алуште не было. Даже в обед не было такого шалмана. Было. Сентябрь, октябрь, если приехать. Не знаю. Ну а вот если ты захочешь покушать, вот где здесь покушать? Здесь покушать негде вот даже. Вот негде. Это ж ужас. Это не кафешки, а это какой-то, я не знаю, сараи какие-то. Ну да. Мы сейчас идем в известное здесь, ну как бы кафешку. Там готовят очень вкусно рыбу. Барабулька такая маленькая есть. Рыбка, которая в Крыму обитает. Uh-huh. Вот. Ее там очень-очень вкусно готовят. И мы сейчас идем ее кушать. Там, в принципе, кафешка очень приятная, потому что она, ну, прям на море. Хороший, красивый вид. Я думаю, сейчас там будет очень много людей, наверное, очередь. Ну, сейчас пойдем посмотрим. 예, 발라클라바의 모습입니다. 네, на самом деле
прошлом году уже было видео, как мы здесь катались на яхте, помните? Ага. Да. Очень классное видео. Наверное, вот там. Вот там. Заказывай. Вам понятно. Две порции солта барабаны. А я буду юшку. Юшку будешь, да? Да, а чего? Там. Класс. Шикарно. Да. Лето холодное, вода, вино. Мне принесли юшку. Рыбный суп. Ой. Эй, вы. Потише там. Бульон, а это хлеб с этим, с чесноком. Да, гренки. Самые вкусные все равно. Восхитительно. Пальсак-пальсак. 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 Все, надо. Пальсак-пальсак, все надо. Вкусно. Только косточек много. Ну, мне это правда очень вкусно. Как вкус барабуля? Барабуля — это царская рыба. Как правильно, чистить надо. Как? Ага. Ее надо просто есть. Чем меньше останется, тем лучше. Лучшая рыба. Вкусно, очень. Сколько мне пива уже? Да, кстати, подошло хорошо бы. Вкусно, правда. Что кыть? У нас еще десерт. Десерт идем. Как твоя мама Джей сказала, я это навсегда запомнила. Когда мы наелись очень сильно, все наелись. Мужчины, женщины, но у женщины всегда есть место для десерта. Неважно, как она наелась. Есть место. Да, да. Вот так вот мы вышли из домика рыбака нашего. В очень хорошем настроении и наевшегося. Но нам не хватает что? Ну, сладенького чего-нибудь, так, чуть-чуть. Поэтому... Ну, и пару бокальчиков вина, конечно, обязательно. Поэтому куда предлагаете? Ой, шикарное место, золотая балка. Такое место вам покажем. Вы будете в шоке. Да. Избавите. Вот так здесь красиво. Мне, знаешь, что напоминает? А этот Осолок в Корее. Только здесь вино. И вон сколько виноградников. Вон мне виноградик. Собственный виноград продают. Да, ой, собственный виноград. Это с их виноградника они продают. Здорово. Thank you.
классно. Ну, хорошо, даже. Ну что, покушаем? Люди голодные. 5 минут ехали. Ты уже голодный? Да. Но ты все равно там. Снимает скрытая камера. Мама, да? Не, после чего у нас чинде. Иди, кроме на чибуру дурака, дурака, да. Он меня там, где-то. 아휴. 이거 스카이 토일렛. 네. 네. 나만 хороший туалет. 네. 플라스 туалет. там был занят. 근데 хорошая картина. 그다음에 신 картина есть.